Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Это очень важно. Это очень важно. Если вы приглашаете человека сейчас на предстарте, он оплачивает $10 с вероятностью 99%, что он эти $10 в первый месяц вернет обратно и ничего не потеряет. Еще раз. Если вы пригласили человека сейчас на предстарте перед запуском очереди с вероятностью 99%, да, то есть 99,9%, да, то есть, соответственно, что этот человек отобьет обратно стоимость подписки своей $10. То есть, еще раз, он платит $10, получает доступ к сервисам, к обучению, и при этом у него есть возможность еще заработать не просто $10, $50 в первый месяц, 100, 1000. Если он займет топовую позицию, там десятки тысяч долларов в первый месяц можно будет заработать. Я повторюсь еще раз, что все партнеры, которые заходили на предстарте в первой очереди, заработали абсолютно все. Те, кто прикладывали чуть больше усилий на предстарте, заработали очень много. Понимаете? Но в этом маркетинге есть пассивная составляющая. Не умеете приглашать, ничего страшного, понимаете? То есть там много бонусов, плюшек для людей с активной жизненной позицией, для тех, кто умеет приглашать. И за счет их активности вы будете двигаться в очереди гораздо быстрее. Друзья мои, просто посмотрите, просто разберитесь, как работает маркетинг. Я вас очень сильно об этом прошу. Вот я вам хочу сказать, что все, кто зайдут на предстарт, купят подписку на один месяц, на один аватар, соответственно, с вероятностью 99,9%, что они отобьют ее в первый месяц. То есть вероятность того, что люди отобьют подписку, 99,9%, что они отобьют ее в первый месяц. То есть $10, которые инвестировали, они эти деньги отобьют, понимаете? Но есть вероятность, что они их удвоят, утроят, там, я не знаю, в 10 раз, в 100 раз, кто-то даже в 1000 раз заработает больше, понимаете? То есть вот это важно понимать, в зависимости от того, какое место они займут в расстановке очереди. Вот это важно понимать.